Привет, друзья! Я очень рад вас всех сегодня видеть. Также приветствую тех, кто нас смотрит в записи. Спасибо спортмарафону за то, что мы можем сегодня здесь рассказывать, быть вместе, делиться и провести очередную лекцию. Сегодня наша лекция называется как «Что такое байкпакинг?» и расскажет о таком новом явлении, которое развивается в крайние годы по всему миру, ну и в том числе волны его доходят в Россию. Сегодня у нас не будет каких-то практических советов, как что чего собрать, но мы сегодня поговорим и окунемся в историю байкпакинга, в его философию, разберемся, насколько он уместен, где уместен, где применяется и насколько он целесообразен при путешествиях. Итак, ну, все, кто путешествует, как правило, в России или за рубежом, как правило, встречают развесовку на велосипеде, которая, в принципе, выглядит вот так. Это изображен мой велосипед. Если вы встречаете такого велосипедиста в России, либо в Европе или в Америке, скорее всего, это будет российский велосипедист, потому что здесь за основу взято рюкзак, который крепится на багажнике, рюкзак, который называется велоштаны, монорюкзак, то есть одна большая сумка, которую можно взять, понести. Также отсутствие, как правило, переднего багажника и передних сумок. И, наверное, самое узнаваемое то, что отсутствие передних сумок и вот такой вот моноштанины и говорит, что это, скорее всего, русский велосипедист. Плюсы и минусы, конечно, в этом есть. Первый плюс, которым мы сталкиваемся, ну, монорюкзак, который огромный, который называется моно, то есть все складывается в один рюкзак, и можно быстро транспортировать. Его можно быстро прикрепить к багажнику, быстро снять, взять с помощью лямки на плечо и понести. Это, в принципе, делает путешествие наше удобно, мы быстро собираемся, быстро раскладываемся. И если нам нужно, мы даже можем этот рюкзак одеть на плечи, велосипед покатить вверх. Такая развесовка удобна еще и тем, что при отсутствии передних сумок у нас, как правило, не нагружено переднее колесо. В этом есть и плюсы, и минусы. Плюс, конечно же, в том, что это позволяет быть нам более маневренным. То есть, так или иначе, велосипед менее загружен и позволяет нам маневрировать на спусках, особенно это в горных районах, на перевалах. Минус, те, кто любит набрать побольше, будет огромная нагрузка на заднее колесо, на заднюю часть и износ нашего велосипеда, ну а как правило колеса, он будет уменьшаться. Ну то есть наоборот, прочность будет уменьшаться и есть риск различных поломок. Наверное, это основной минус и плюс. Здесь я поставил несколько фотографий, слайдов. То есть сейчас мы на сравнительном анализе перейдем потихоньку, что же такое байкпакинг. Классический, ну вот российский туризм, я на своем опыте показываю, вот как он в целом выглядит. То есть задняя моноштанина нагруженная, переднее колесо, как правило, свободное. Рюкзаки разных объемов, и, как правило, если это желтый, красный, синий рюкзак, то мы знаем, какой это фирмы, какая их шьет в России. Про нее мы не будем говорить, но в целом это очень удобная развесовка. Я проехал на ней больше огромное количество своих километров, и уже не десятки, а за сотню тысяч километров. И в целом все мне нравится в этом. Если мы встречаем велосипедиста, опять же, в России, в Европе или в Америке, который выглядит вот так, то есть передние сумки, сзади тоже отдельные сумочки, здесь какой-нибудь баул либо коврик, как правило, вот здесь вот сумки, то это, скорее всего, европейская школа туризма. Как правило, велосипедист такой развесовки – это у нас европеец. Как правило, у нас сумки, плюсы и минусы, но на самом деле для меня
больше минусов в такой развесовке велосипеда, но многие эстеты находят в этом и плюс. Не знаю даже, за какой плюс зацепиться, но минусы в том, что каждая сумка отдельно. Вечером, чтобы нам все это убрать, нам нужно сделать больше лишних движений. Каждую сумочку отсоединить, каждую сумку забрать либо в палатку, либо перенести. То есть нам нужно много-много рук, как у Шивы, желательно. Вот, поэтому не очень удобно. Второе, в чем огромный минус, это загруженное переднее колесо. Колесо загружено, и нагрузка на велосипед, на его управляемость, она увеличивается. То есть велосипед становится более тяжелый, менее маневренный на спусках, на перевалах. Ну, а если мы говорим про грунтовые дороги, то там мы сталкиваемся с огромной кучей проблем. Еще при наличии верхней сумки, которую чаще тоже люди используют, есть вероятность, что мы не будем видеть переднего колеса. И, в принципе, у кого огромный опыт, он его как бы чувствует уже колесо. Но когда мы не видим, то есть нам тоже сложно маневрировать. То есть какой-то камень, если это грунт, то очень сложно понимать, куда ты едешь. В чем еще огромный минус? То есть если мы прокалываем переднее колесо на скорости или на спуске, колесо у нас... оно и так-то на спуске может у нас выпрыгнуть, и мы упадем, то здесь большая вероятность. Но так как велотуризм, ну и как бы велопутешествия зарождались первоочередно в Англии, в Америке, такая развесовка – это у нас классика. То, что появилось в России, моносумки, такое промежуточное звено. И третий этап – это как раз байкпакинг, который произошел в Америке. Но сейчас мы вот еще про вот эту развесовку поговорим. То есть можно, в принципе, уже понять, что велосипед очень тяжелый. То есть чем больше сумок, тем вероятность, что они будут больше наполнены. То есть это закон математики. То есть чем больше, тем наполняемость больше и больше. То есть отсутствие минимализма. Ну, такая развесовка на отлибах. Передние сумки, задние моносумки, баул. И теперь мы перейдем постепенно к байкпакингу. Мы поговорили о разных школах, российской, европейской. И потихоньку теперь нам понятно. Ого, байкпакинг – это в целом минимализм и отсутствие заднего багажника. Байкпакинг произошел, конечно, в Америке. Считают, что это как раз американская школа. И возник он на том стыке, когда велолюбители, велопутешественники захотели кататься не только по асфальту, не только в позиции классического велотуризма с огромными сумками, но и хотели проезжать по многим тропам. Америка у нас имеет огромную сеть пешеходных троп, маркированных, и, конечно, велолюбители захотели по ним проехать. То, что вы видели на предыдущих фотографиях, конечно, лишает возможности ехать по маленьким узким горным тропкам, потому что это огромный вес. Второе, если у нас узкая тропа, мы, грубо говоря, не проедем, не прокатим, ну и поднять такую махину довольно-таки сложно. Поэтому зародилось такое явление, как байкпакинг. И байкпакинг – это у нас что такое? Это у нас главные принципы – это отсутствие багажника. Второе – это минимализм и легкоходство. То есть мы здесь используем практики минимального снаряжения, учитываем вес снаряжения, не берем лишнего. И, конечно же, мы играем здесь с весом. Притом байкпакинг стоит попробовать, и особенно в разных условиях, и ты понимаешь, что это, в принципе, такая математика. Потому что ты уже рассчитываешь, как нагрузить перед, зад, либо сумку с той позиции, чтобы у тебя руль был более маневренный, разместить вот этот весь вес, чтобы он был плавным. Главная особенность, что вес распределенно распределяется на всем теле рамы и велосипеда. За счет этого у нас повышается инерция, за счет этого у нас не теряется управляемость, потому что загрузки нету переднего колеса, оно свободное, у нас живое.
Ну и позволяет, конечно же, к чему мы идем, для чего нам все, весь этот байкпакинг, это, конечно, высокая производительность за единицу времени. То есть если в классическом велотуризме мы можем проехать там 100 километров в день, и наши велосипеды нагружены, то такая проходимая машинка позволяет нам проезжать, конечно же, больше. И те, кто создавал эту культуру своим опытом, конечно, ставили за цель как раз то, чтобы проезжать большее количество километров, проезжать в более труднодоступных местах, трейлы Америки, трейлы Европы, то есть тропки там, где классический наш велосипед загруженный не проедет. То есть это такая у нас степень свободы. Я взял тут несколько типов фотографий, в основном своих коллег с Европы и Америки, о том, как производится развесовка. Но сейчас мы еще раз повторим, что байкпакинг – это у нас легкоходство, минимализм. Тут мы уже просчитываем количество вещей, просчитываем, что нам нужно. Мы просчитываем, какой вес должен быть, не берем лишнего. Мы не используем задний багажник, то есть у нас меньший вес общего байка. И мы распределяем все равномерно на нашем велосипеде. В целом байкпакинг, если сравнить его с альпинизмом, есть гималайский стиль в альпинизме, когда горе идут постепенно базовыми лагерями, и это целая такая эпоха, большая экспедиция. А есть альпийский стиль, где у нас минимальное количество снаряжений, без базовых лагерей, без провешивания перил, такой нон-стоп. Байкпакинг, в принципе, это про то же. И еще одна помарка, что байкпакинг зарождался как езда именно на горных велосипедах классических по бездорожью. То есть главная его самоцель, кто начинал ездить, то есть ездить по бездорожью. Сейчас, конечно, уже проводится и много соревнований, гонок, и в целом никто, конечно, не мешает, а только поощряется. То есть байкпакинговая навеска используется и в классическом туризме, и в гонках по асфальту, и даже в городе, как у нас. Ну, плюсы байкпакинга. Еще раз. Велосипед у нас более управляемый, маневренный, потому что у нас все снаряжение расположено на раме, что делает ее монолитным. То есть единое тело как бы создает лучшую инерцию. Велосипед у нас более управляемый, особенно это в горах, на трейлах, на перевалах. Колесо у нас не загруженное. То есть и сами мы как бы с велосипедом как единое целое, и все наше снаряжение монолитно. То есть мы чувствуем повороты, мы можем больше закладывать, не бояться, что нас срежет на поворотах, на спусках. Ну и опять же, стоит полагать, что это все на трейлах, либо на грязных дорогах, на песке, где у нас все очень чувствительно. Инерция лучше, скорость у нас выше и больше за счет такой развесовки. То есть мы можем держать скорость нашу выше. Ну и так как малый вес, конечно же, силы наши менее тратятся, мы можем ехать больше, мощнее. Ну, выше скорость, у нас, конечно же, выше результат. То есть мы можем проезжать 100, 200 и 300 километров даже по бездорожью. И сейчас мы об этом поговорим. У нас лучшая аэродинамика за счет того, что наши передние сумки не выступают спереди или сзади. То есть у нас обтекаемый такой кокон, так или иначе. Мы работаем на скорость, на результат, как правило. Мы можем проходить с помощью байкпакинга сложные участки. Как раз бездорожье, трейлы, мы можем его таскать, мы можем его вести и можем затаскивать его в снеговые перевалы. Ну, это позволяет, все мы так или иначе, конечно, любим вещизм, но так или иначе стремимся к минимализму. И байкпакинг – это отличная практика минимализма. То есть тут четкий учет, что ты возьмешь и что не стоит брать. Еще главный плюс – байкпакинг – это как конструктор.
У нас есть огромное количество сумочек, не только вот таких, но разных. У нас есть подседельные сумки, фитбеги, нарульные, баулы. Сейчас мы их потихоньку разберем. И умение, конечно, пользоваться этими сумками позволяет нам велосипед снарядить как от обычного ПВД, который у нас будет однодневный, двухдневный, так и снарядить велосипед так, на котором мы проедем там вокруг света. Сейчас мы об этом тоже поговорим. То есть это такой конструктор. Конечно же, главный еще фактор, что при минимальном весе у нас нагрузка на велосипед меньше. Меньше на велосипед нагрузка, меньше ломается. Но также и на организм у нас меньше. Но с этим поспорить нужно. Потому что, как если посмотреть на спортсменов, байкпакеров, или как ездят в Америке, в Европе, то люди выполняют огромные нагрузки. Тут нужно поспорить. То есть меньше нагрузка на организм или нет. Но мы сейчас вернемся и к минусам. Какие же у нас минусы байкпакинга? Можно купить огромное количество сумок, гревел, все это навесить, но без наличия опыта, без умения всем этим пользоваться, все это будет лишь обычная навеска. То есть минус байкпакинга – нужно учиться. Ну, учиться не то, что надо какую-то теорию изучать, хотя ее тоже. Нужно знать, как работает снаряжение. Нужно тщательно продумать логистику, маршрут. Потому что при наличии байкпакинского навески мы не можем сюда положить там 5 килограммов еды. Ну, можем привязать, но тогда весь смысл байкпакинга и меняется. Зачем тогда это все навешать, если мы можем обычные велоштаны? То есть нам нужно продумать нашу логистику. Где мы остановимся заночевать, где мы восполним наши продукты питания, потому что так или иначе нам не позволяет провести огромное количество еды. Но, опять же, байкпакер выигрывает в скорости и в расстоянии. То есть в классическом туризме мы берем 5 килограммов еды, нагружаем велосипед всем-всем-всем, и 500 километров едем там, пускай, неважно, 7-10 дней. В байкпакинской навеске при наличии опыта, при наличии силы, тренировок, мы 500 километров едем там в полтора дня, но берем с собой вот там меньше пищи. То есть за меньшее количество времени мы покрываем огромное количество километров. Есть у нас фанаты скорости, они, конечно же, меня понимают. Минус, ну, в общем нужно знать, какую курточку взять, под какую температуру, как распланировать свой график, маршрут, поработать с логистикой, с питанием, кучу всего разобрать, точки нашего маршрута. Минус, в огромные длительные автономные маршруты байкпакинг не очень будет применим. Ну, то есть без цивилизации, то есть здесь мы не увезем еды на 20 дней автономности. То есть как бы где-нибудь при автономке на Чукотке мы его не сможем использовать, потому что нету. Еще один минус, если вы путешествуете с огромным количеством аппаратуры, снаряжения, у вас несколько камер для съемок, у вас квадрокоптер, другие типы камер, и вы делаете действительно фильмы, то вам тоже сложно будет умещать. Ну, в другом случае, если вы просто снимаете на экшн-камеры, то все, в принципе, это позволяет. Я тоже об этом расскажу. Нам сложно использовать байкпакинг зимой, но на Аляске все равно проводится гонка, и она комбинированная байкпакинговая. Но, конечно, требуется огромное наличие опыта. Но зимой, конечно же, смысл теряется. И главный, наверное, пункт – байкпакинг – это дорого. Вот. В целом это дорого, действительно, но хоть производители нам утверждают, что попробовать байкпакинг нам не нужно огромное количество денег, надо просто выехать. То есть не обязательно же покупать и обвешиваться, и проезжать там какое-то количество километров. Нужно к этому уже прийти, то есть иметь какой-то опыт, уметь там проезжать 100, 200, 300 километров, и потом, ого, я хочу проехать там сутки, двое суток, поучаствовать в гонке. И понятно, ага, мне нужно такое вот снаряжение, которое
будет эффективным, качественным, которое будет непромокаемым, которое будет позволять мне еще лучше удвоить там скорость и свои результаты. Поэтому, конечно, снаряжение у нас, главный постулат – это легкоходство, минимализм. И, к примеру, спальник, который весит там 500 грамм, он будет дороже спальника, который весит килограмм. Палатка для байкпакинга, которая весит меньше килограмма, она будет дороже, чем классическая наша палатка. Коврик, который у нас надуваемый, который весит 450 грамм, он будет у нас дороже, чем большой коврик наш. Вот. Но это я главные элементы назвал, которые, в принципе, нам требуются. Но, опять же, байкпакинг может быть и не такой автономный. Можно ехать от гостиницы до гостиницы, но, опять же, у нас упирается. Ну, в общем, знаете, как сказал один из участников гонки Tour Divided, которая в Америке проводится, сказал, что это самая, ну, это бесплатная гонка, где участники не платят взносы. Так вообще участие в гонках, оно очень дорогое, то есть там по 500 евро и выше. Он сказал, это самая бесплатная гонка, но самая дорогая, потому что вот, чтобы показать результат, чтобы показать именно к чему ты стремишься, нужно вот учесть все килограммы, все граммы. Вот, поэтому довольно-таки в целом и дорого. О, у нас сейчас подтемка про историю. Если посмотреть историю вообще, когда зародилась, первые байкпакинговые гонки, они, в принципе, зародились, ну и как культура, там, 15-20 лет назад, не так давно. Но в целом байкпакинг как развесовка, как такой минимализм, известен еще со времен изобретения велосипеда. То есть здесь фотографии будут представлены 1890 какой-то, 1914. И первые велосипедные военные полки, они тоже имели такую вот развесовку на раме, на руле, потому что, ну, не было велосипедов, которые бы шли сразу с багажниками, и людям нужно было как-то это все размещать. И багажники были довольно-таки тоже дорогие. Поэтому история уходит, вот, байкпакинг уходит в такую историю, как отсылку, то есть это никогда не было ново, но вот сейчас со временем это стало целой такой философией. И как я проанализировал, философия именно такой скорости, результативности, такой жесткости, где люди получают удовольствие так же, как и на беговых трейлах, от огромных расстояний, от минимализма. Такая вот, да, история, и даже наш советский Глеб Травин, те фотографии, которые мы его находим, у него тоже что-то с позиции байкпакинга. То есть вот он, этот спальник, примотан на руле, под рамой что-то. Байкпакинг тесно связан с именем такого спортсмена и гонщика Майка Холла. Британец 81 года рождения и великий спортсмен, который, к сожалению, погиб 31 марта 2017 года как раз на гонке Indian Pacific Willow Race. Это гонка в Австралии, которая была многодневная, автономная. Майк Холл – интересная личность, потому что, в принципе, он один из движителей всей этой культуры. Первые гонки начали проводиться как раз в Америке. Первая из них – там Tour Divided. Это гонка по тропе вдоль скалистых гор. В общем, организаторы ставили за цель гонку с масс-стартом, где участники будут в автономном режиме двигаться от точки старта до точки финиша без поддержки, без промежуточных пунктов питания, без чекпоинтов, без забросок, в таком автономном режиме. И Майк Холл очень много выиграл соревнований, и при том, что начал он серьезно кататься лишь 28 лет,
на таких мероприятиях, как 24-часовые гонки на МТБ-байках. Это такие круговые соревнования, как правило, по бездорожью. И сейчас. Сама гонка Tour Divided, она имеет длину 4418 километров. И Майк Холл поставил на ней рекорд 13 дней 22 часа. Это бездорожная гонка, и в основном это вверх-вниз. То есть можно посчитать, какая результативность в сутки этих спортсменов. Майк Холл, как один из организаторов, в 2013 году создал такую гонку, которая называется как Transcontinental Race. Вообще гонки начали распространяться вот в Америке и в Европе. Это многодневные автономные гонки, где есть старт, где есть финиш, где есть определенный трек, где нет промежуточных пунктов питания. Вы стартуете, и вам запрещено пользоваться сторонней помощью вашей команды, либо где-то делать, так скажем, закладки, снаряжение, питание. То есть вы можете пользоваться магазинами, ночевать где угодно, но вот вы двигаетесь в таком режиме. Гонка как бы в формате круглосуточной. Вы можете ехать днем, ехать ночью, отдыхать, когда вам вздумается, но проехать расстояние как можно быстрее. И Майк Холл в 2013 году организовал гонку Transcontinental Race. Это гонка, которая от 3 до 4 тысяч километров, проводится она ежегодно. Он был главным директором этой гонки, она проводится по асфальту. Каждый год меняется точка старта, точка финиша, и она уникальна тем, что у тебя есть старт и финиш, но траекторию ты выбираешь сам по Европе. Это тоже такая работа с логистикой. Гонка в основном идет по асфальту, и в таком же режиме такого ультрасайклинга. То есть все везут с собой. Главные, конечно, фавориты – это Кристоф Аллегард, бельгиец, который проехал ее примерно за 7 дней, когда первый раз она проходила, эта гонка. Но и в последующем расстояние этой гонки менялось, поэтому проезжали там 7, 8 дней, 10 дней. Сейчас гонка набрала очень серьезные обороты, и получить туда слот практически нереально. То есть, что говорит о том, насколько продвигается вот эта культура в Европе. То есть, многодневные гонки на самообеспечении, и, конечно же, в формате байкпакинг, потому что это позволяет ехать быстро, на скорость и минималистично. Все равно ты чувствуешь больше свободы, когда вот у тебя малый объем вещей, ты чувствуешь какую-то свободу. Притом количество этих вещей не влияет, как правило, на комфорт. Уровень комфорта у каждого свой. Здесь фотография представлена как раз заезда Майка Холла вокруг света. Вот в таком вот режиме он ехал в байкпак-варианте. И Гиннес, к сожалению, не зарегистрировал рекорд, есть там свои нюансы. Он проехал вокруг света за 91 день и там несколько часов. Правила гонки вокруг света, они немножко особенные, и дни перелета, они не засчитываются. И также, по-моему, у тебя есть в наличии несколько, по-моему, дней выходных, которые тоже не засчитываются. Но так или иначе, вот 91 день в пути с минимальным количеством выходных, ежедневно он проезжал примерно по 300 километров. Вот. Такая гонка вокруг света, она, по-моему, у нас плюс-минус 26 тысяч километров ты должен проехать. То есть определенный лимит километров. Это тоже фотография с его заезда вокруг света. Есть отличные статьи в интернете. Первая, которая называется «Это вам не поход», переведена на русский язык и довольно-таки интересная, потому что Майк Холл как раз рассказывает о философии, о культуре скоростных проездов, скоростных путешествий и
рассказывает про непонимание среди классических велотуристов, классических велопутешественников. И вот такая статья, которая «Это вам не поход» называется. Место гибели в Австралии, его сбила машина. Как раз гонка, которая проводилась в Австралии, это был ее первый год, первый старт. И, конечно, Майк Холл был фаворитом, его сбил грузовик. И, насколько мне известно, гонку запретили, ну, то есть отменили. Что еще известно в мировой практике? Гонки распространены. Европа – это у нас Tour Divided, которая 4500 километров от границы с Канадой до Мексики по тропам горная. Также есть American Trail Race, которая называется Tram and Bike, по-моему. Она у нас в длину 6500 километров. Это гонка по диагонали Америки и проходит по трейлу. Начинается каждый год в разном направлении. С запада на восток или с востока на запад. Порядка, сейчас скажу, да, Trans-Am Bike Race. 6800 километров. И, конечно, Майк Холл ее выиграл в 2014 году. За 17 дней он проехал вот 6800 километров. Вообще в Америке много гонок данного формата, культура там развивается очень мощно, и вот многие старты, они как бы бесплатные, то есть без взноса. В Европе трансконтинентальный рейс, и есть еще несколько мелких гонок. Также несколько лет подряд организуется гонка в Киргизии, Silk Road Mountain Race. В этом году должно было быть участие третий раз подряд, но было уже 2 года. Уже на второй год с момента ее запуска невозможно было получить слот. То есть слоты разбирали все участники, и, по-моему, более 100 человек на эту гонку, и практически все европейцы и американцы, что говорит о том, что культура и как бы опыт более с России. Если я не ошибаюсь, предыдущий год никого не было, но было 2 участника с Кыргызстана. Гонка тоже в автономном формате, идет в основном по трейлам, вверх-вниз, не соврать, 1800 километров с набором около 40 тысяч метров. То есть вверх-вниз, есть старт, секундомер, есть финиш. Предыдущую гонку выиграл, если я не ошибусь, словак. У него было что-то около 7 дней на этот километраж. И за ним через несколько часов приехала женщина. То есть, что говорит о том, что какие сильные, серьезные спортсмены. В России тоже набирает ход гонка под названием Tour Unite. Потихоньку она создается. И многие сектора уже сделаны, если я не ошибаюсь, она будет от полуострова Рыбачий, что в Мурманской области, и связывать Крым. Гонка тоже проходит в основном по бездорожью, с минимальным количеством асфальта. Сейчас у ребят перезапускается сайт, и как бы ребят постоянно как бы крутят эту тему и развивают, что очень интересно. Также гонка, которая была распространена в России много лет подряд, это Усть-Кут-Северо-Байкальск, примерно 720 километров, и лимит был что-то около 3 суток. Сейчас, по крайние годы, я не могу найти, чтобы эта гонка существовала, к сожалению. Так, еще раз Майк Холл у нас. Ну, здесь фотография представил некоторых сумок. Я не буду вам говорить о брендах и вообще там кого-то рекламировать, какой-то бренд. Каждый со своей спецификой, со своей культурой. У Ортлиба своя серия со своими плюсами и минусами. У Апидуры своя, у Топика, Кипака своя, у Вайда своя. То есть
сумки ты, как правило, обвешиваешься и смотришь плюсы, минусы, куда что положить, чтобы это было удобным и так далее. То есть это такой конструктор, мозаика, у кого математическое мышление, себя найдут в этом, потому что ты всегда, ну не то, что ты заморочен, как бы мне отрезать от зубной щетки чуть-чуть и ехать вот налегке. Ты продумываешь, как тебе взять пол-литра воды, здесь поднажать больше, чтобы вон там попить. Ну, то есть вот такие больше математические действия ты производишь в своей голове. Подседельная сумка называется, как правило, баул, но я ее зову хвост или плавник. Как лучше, хвост или плавник? Ну, пусть... Плавник, пусть будет плавник. Как правило... Сумки европейского формата, они все у нас защищают от воды, и это главный их не плюс. Сейчас в России очень много ребят, которые шьют различные типы сумок. Есть также свои плюсы, есть минусы. Кто захочет каких-то отзывов, может меня спросить, либо если нужен чек-лист, кто где шьет, я могу сказать. Сейчас об этом не буду. Такая вот сумка крепится вот на подседельный штырь. В целом довольно-таки объемная. Есть 16-литровый, есть 10-литровый. И многие, кто критикует байкпакинг, чаще говорят, что туда ничего не влезет. Ну да, конечно, туда ничего не влезет, если брать там кучу-кучу ненужного. Но здесь байкпакинг нам дает возможность как раз взять то, что нам нужно. Да, конечно, у него есть огромный минус для меня. Я не могу взять огромный блокнот с собой. Я не могу с собой взять кучу подарков. Но основное туда все влазит. И несколько типов одежды, и ваш спальник, и электроника, и так далее. О том, куда что положить, на усмотрение каждого. Потому что... стоит тебе поехать, ты потом уже сам приходишь к выводу, ага, вот здесь вот на дне у меня пусть будет какая-нибудь сменка, либо спальник, который я буду редко использовать, а вот здесь будет там сменная одежда. То есть это сам уже выравниваешь. Главное, чтобы меньше тратить времени на запаковку и доставание. То есть ты потом уже знаешь, ага, там на дне лежит, мне это не нужно будет там 2 дня, и пусть оно там валяется. Ой, у нас тут фотография. Она должна была быть конечная. Это у нас не реклама, но есть такой сайт очень клевый, bikepacking.com, где сосредоточено огромное количество отчетов, опыта, видео вот на байкпакинговую тему. И что самое интересное, есть много маршрутов, треков, которые можно проехать. По-моему, если не ошибаюсь, российских не зарегистрирован, но есть отличный трек по Грузии и кучу-кучу всего по разному миру. Есть отчеты, разбивки, по Памиру отличный трек есть, по Киргизии, ну, из ближайшего, если у нас вдруг что-то откроется. Нарульная сумка. Что про нее сказать? Главное, сильно ее не нагружать, в общем. Потому что каждый грамм, каждый килограмм, он все равно будет влиять на маневренность. Если асфальт, то, в принципе, это нам простительно, то есть нам важна инерция, мы особо не поворачиваем, не шевелим рулем, и рычаги наши, да, не будут работать. То где-то на горках, на трейлах, все это мы начинаем тягать своим весом. Подрамная сумка. Кто-то использует подрамную сумку большую, а кто-то использует маленькую и здесь располагает бутылочку. Я тоже очень много думал, как лучше это пространство заполнить вот такой вот сумкой, куда чего-то наложить. Но пришел к выводу, что мне неудобно. Огромная сумка, во-первых, ты туда наложишь, как в баул, натрамбуешь и на ходу, либо там не сможешь быстро что-то найти. Ну и второе, как бы большее количество мелких сумочек мне больше подошло, поэтому здесь я располагаю бутылку и маленький треугольник. Конечно, маркетинг не отстает. Маркетинг подхватил волну байкпакинга, стало изобретаться, выпускаться огромное количество экипировки под маркой байкпакинг, то есть, к примеру, вот палатка Big Agnes байкпакинг, которая специально именно для байкпакинга. Вот. Но это действительно крутая палатка, она очень легкая, она очень маленькая, ее можно распределить здесь, либо здесь, но это не основа, в общем, это в принципе не основа, это так, дополнительное, ко всему нужно
подходить с умом. Вот как раз палаточка, довольно-таки комфортная, легкая, удобная. Но также существует, если посмотреть на форумах и почитать особенно российскую историю легкоходства, разные сайты, то там вы найдете как без палатки, а с помощью тента и палки сделать себе укрытие, как переночевать, снять колесо и сделать гамак, условно говоря. Вот. Но я не приверженец того, чтобы геометрию, в общем, велосипед, чтобы разбирать на ночь. То есть это как-то деморализует. То есть колесо снятое, ты как-то безоружен. То есть нужно еще утром велосипед собрать. Но в целом такие развесовки у спортсменов, европейцев. Байкпакинг, конечно, тесно связан и с гибридной серией, то есть его стали использовать не только как вот для гонок, для каких-то проездов на скорость интенсивных, но и также как просто минимализм, как стиль, как маркетинг и как гибридность. Вот здесь вот расположены передние сумки, к примеру, и основное, вот, основная навеска байкпакинга. По мне, конечно, наличие передних сумок – это, ну, требуется пару раз упасть, чтобы оценить, что вот это лучше вот здесь бы располагалось, потому что перед нагружен, и ты сначала не очень ориентируешься в этом. Расскажу немножко под конец про свой опыт. Я не байкпакер, вот, пока. Пока. Может быть, в следующий раз я вам расскажу. Вот. Этот сезон у меня был в формате байкпакинг. Я не так много проехал, но за несколько заездов за это лето там порядка 7 тысяч километров. Было несколько заездов. Я оценил, насколько это прикольно, насколько это круто на самом деле, потому что нашел какой-то вот такой минимализм, поток, когда вот такую интенсивность. Чего, в принципе, мне мешало в классическом велотуризме. Здесь как раз фотография, развесовка из моего заезда. Здесь шоссейный велосипед. И вот так я был сложен на заезде 1200 километров на Саянах. 1200 километров по горам от Абакана в Абакан, по кругу через Республику Тыву, Красноярский край и обратно в Хакасию. Я очень долго на самом деле тренировался, как мне сделать развесовку, чтобы у меня не были потери сил, потому что мы работали, я и велосипед, на огромный результат. И вот эти 1200 километров с огромным количеством набора высоты я проехал за 78 часов 50 минут. И все, конечно, учитывалось. Я отказался здесь от плавника. Вот, от хвоста мы договорились, вот, чтобы не нагружать и чтобы минимизировать качение. При хорошей установке хвоста, в принципе, качение не возникает. Его грамотно трамбуешь, утягиваешь, то есть он очень монолитно держится. Но я исключил и это, потому что огромное количество перевалов было, то есть ты работаешь в стойке, все равно качения будут. И это снижает инерцию. Я отказался от баула, вот здесь вот баранной сумки, и расположил все в таком вот виде. Что здесь у нас есть? Вот эта сумочка у меня была под инструмент и запасные части. Была камера, ну, шестигранники и прочее. Здесь бутылочка для воды литровая. Вот эти сумки зеркальные, как правило, под питание. Я люблю на ходу есть, ну и вообще байкпакинг для этого. Едешь и ешь. Что может быть лучше? Здесь расположены фидбэки. Классная штука с огромным количеством кармашков. Здесь и влажные салфетки, и зубная щетка, и зубная паста, и там таблеточки. В общем, вся мелочуга, которую нужно, главное, запомнить. Где что, чтобы можно было быстро ориентироваться. И ножнички. Ну и одна сумка у меня, по-моему, была... Нет, не под жидкость, а под питание. Вот, просто были гели, батончики, а вторая под GoPro. То есть GoPro здесь была, и там же были от нее зарядка, батарейки, шнуры. Верхняя сумка нарамная. Здесь располагался у меня защита от дождя, накидка, дополнительная одежда, то есть утепление, то есть
То есть здесь все собрано даже там для минусовой температуры. Ну и вот эти маленькие сумочки, они тоже под еду, чтобы можно было при движении взять, достать гели и как бы все это закрыть. Ну, такая вот развесовка, которая позволила в целом сделать неплохой результат. Так я тестировал на МТБ байке. Если тот был шоссер, то так я ехал за месяц ранее этот же маршрут, но на 26-х колесах. И здесь более такая развесовка была, но тоже мощная. Правда, здесь присутствует и спальник, который я повесил сюда. Здесь я использовал 4 фидбэка, и я не завешивал вилку, а все располагал вот старательно на раме, чтобы центр тяжести был вот здесь, чтобы те механизмы, которые у нас поворачивают, были свободны, то есть не загружены. Здесь уже есть и спальник, очень легкий и маленький, 600 грамм. Здесь расположен уже коврик с надувающийся, который весит 400 грамм. Здесь расположена бивачная накидка, которая позволила мне спать под открытым небом. Ну и здесь вот эти сумочки как раз. Еда, 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 еда. То есть нужно есть и ехать. Крайний проект был тоже в формате байкпакинг. И здесь я использовал вот огромную такую артлибовскую сумку, которая в целом в классическом туризме у европейцев применяется. Но я ее брал, и она, в принципе, удобна была, потому что она водонепроницаемая. И сюда складывал всю фото-видеоаппаратуру, документы, ну и какие-то там вещи парадные, потому что нужно было еще где-то бывать в приличных местах. Два фидбэга. Один – это не вода, кружка с питанием. Первый перекус, там, как правило, были какие-нибудь фрукты, овощи, курага сушеные. Здесь эта сумка по традиции для GoProхи. Вот. Вот эта сумочка наверх была одета, так скажем. И здесь располагались либо дополнительные перчатки, либо какие-нибудь легкие перекусы, но чтобы не нагружало сильно вот, переднюю часть. Так это выглядело в разрезе, задний хвост, ну, как бы, и вот здесь сумка под инструменты, здесь питание, здесь дополнительные вещи, два фидбэка, аппаратура, и здесь либо перчатки, либо небольшая плащевка, в общем. Ну, еще раз эта фотка. Это фотография с того заезда, который я говорил, 1200 на шоссейнике по Саянам. Здесь я мало спал, не ночевал автономно. Были несколько ночевок там по несколько часов. Они были как бы продуманы и были в таком как бы тепле. Первый заезд я брал уже с собой там бивак, спальник, но в этот заезд отказался от всего, чтобы повысить скорость. То есть скорость в приоритете комфорта. Ну, а это первый заезд, когда как раз был и спальник, и коврик, и бивак. И ультранагрузка, она такая, что ты, в принципе, едешь, и потом наступает момент, когда тебе просто нужно вырубиться. Притом уже неважно, идет дождь, какая погода, где, и ты вот просто надуваешь свой ковер, залазишь в спальник, накрываешься и там перезагружаешься 2 часа, потом встаешь и едешь дальше. Ну вот здесь 4 фидбэга вот, в первом заезде. Но я старался как раз не нагружать руль, то есть я отказался от переднего баула, чтобы руль был свободный, но чтобы раму там максимально задействовать. Потому что руль хотелось на перевалах быть свободным. То есть руль с дополнительным весом, как бы дополнительной нагрузки на организм. Ну, это мой первый байкпакинг и моя бабушка. Вот. Так вот я приехал к ней в деревню в Томскую область, где я сам родился. И здесь, конечно, я уже нагрузился как следует. Передний баул, где был и огромный спальник. Здесь я вез с собой и спиртовую горелку, то есть на ней готовил. И здесь расположен и спальник, и коврик, и накидка. Ну и, конечно, вещи. Ночью было там что-то около -1, -2. То есть это мой первый такой байкпак-опыт был. Ну, это фотографии как раз Саян.
Ну, под завес у нас вторая еще, не вторая, под завес у нас такой бонус. Байкпакинг не пошел, не остановился, постоянно маркетинг развивается и в целом тоже двигает культуру, как и культура двигает маркетинг, все взаимосвязано. Появилось новое направление, как байк-рафтинг. Это совмещение легкоходного снаряжения велосипеда и маленького плавательного средства, которое было бы легким, которое бы быстро надувалось, сдувалось, было бы прочным, которое можно взять велосипед, уехать куда-нибудь, потом разобрать. Ну, плавательное средство надуть очень быстро, складировать велосипед и уже плыть на вот этой посудине. Так появился в целом байк-рафтинг. И в целом в России он тоже набирает ход. Есть у нас несколько человек, которые уже совершили довольно-таки крутые маршруты. Не будем называть их имена, вот, но в целом они присутствуют. Ну и, конечно же, Европа, Америка. В целом интересная штука, и даже если вы не любите просто вот велосипед разбирать и боитесь, как я, что вот эта штука упадет, либо проткнет кокопели лодку, то можно просто брать его с собой, вот этот Покрафт. Он очень легкий, очень маленький. Оставлять велосипед, плавать, кататься, потом загружать и ехать дальше. То есть он очень довольно-таки габаритный. Есть свои как бы тусовки ребят, целые как бы фестивали, как и каждой нашей культуры, которая возникает, будь то фэтбайт, гревел и так далее. То есть люди компилируются по своим интересам. Штука очень прикольная, но я пока не имел такой опыт, хотя расценивал, что было бы интересно такой рафт с собой возить и где-нибудь там на Памире можно собрать и проплыть там озеро Каракуль, либо попробовать воду, ну, горную в смысле, и потом обратно ехать, то есть воспринимая уже там велосипед как такое транспортное средство и больше степеней активности, то есть можно совместить. Американцы, европейцы, конечно, уходят далеко вперед от нас, и как бы такое явление, как собрать велосипед, загрузить туда лыжи, альпинистское снаряжение, выехать в горы, оставить велосипед, зная, что его не украдут, конечно же, взять свои лыжи, альпинистское снаряжение, подняться в горы, скатиться, собраться и уехать обратно. Все это набирает, конечно, ход и, конечно же, приходит потихоньку к нам. Вот. Так выглядит у нас рафтинг. В России тоже появились сразу же разработчики, фирмы, которые тоже шьют отечественного производства вот эти вот лодки, которые не уступают качеству, конечно, брендированным различным кокопелям, но я думаю, что следует пообщаться, кто пробовал, и говорят, что ходовые качества вот этой штуки очень высокие, что позволяет проходить и пороги, и горную воду, и, ну, главное, с умом. Ну что, на этом не буду долго вас мучить. Сегодня моя задача была чуть-чуть рассказать о байкпакинге, раскрыть горизонты его использования у нас в Европе, в Америке. И как бы такая теория. Думаю, что в следующие разы мы будем говорить больше о практике, о каких-то нюансах, как чего загрузить. И сделаем мастер-класс, где будем снаряжать велосипед, а может быть даже отправляться. Вот. Всем спасибо за внимание. Очень рад, что вы сегодня здесь были. У нас время остается еще там для вопросов. Ну и потом по традиции можно, позволяет время, у нас еще не закрыто, попить вместе чай, пообщаться. Сегодня крайняя моя лекция в спортмарафоне, и мы увидимся в следующий заезд. Я, скажем так, не дошел до байкпакинга, да, но я из легкоходства и велосипеда пришел на стадии закупки байкпакингового оборудования, да. И для меня, я больше путешественник, вот для меня в вашем рассказе потерялась одна из основных мыслей, мне кажется, которая была изначально, может быть, у них там все по-другому, да, но изначально байкпакинг, как мне понимается,
было путешествие. То есть ты можешь доехать туда, куда ты не можешь доехать на туринговом велосипеде, про который вы вначале рассказывали, да? А теперь все сводится к тому, что мы пытаемся проехать максимально большое количество километров за минимальный промежуток времени. То есть мы устраиваем шестую гонку, да, но как бы в масштабе путешествия с палаткой, да, но где момент созерцания природы и прочего? Ведь мы же, ну, просто я как бы бегаю марафоны, да, я представляю, что такое, когда ты бежишь быстрый, когда ты бежишь трейл и наблюдаешь за природой, да, то есть вот в данном случае байкпакинг ушел в сторону, грубо говоря, шоссе, и мы бежим зачем? Ведь мы, ну, он создан для путешествий, для наслаждения, или это другой формат, который в Европе вообще никак не задействован? Вопрос понятен, про скорость нет, конечно же, мы не агитировали про созерцание здесь, и то, что вы сказали, оно тоже верно. То есть еще одна особенность, которую я, возможно, упустил, что да, нам позволяет заехать туда, куда мы с вот этими баулами не можем заехать, но нет, мы не говорим только о шоссе, и огромное количество гонок об этом говорит, потому что больше из них расположены по разным трейлам. Нет, мы не устраиваем соревнования на скорость, но это следствие. То есть для чего-то мы делаем этот минимализм, для чего-то мы создаем такую концепцию, как мне показалось из истории европейцев и американцев. Но я недаром упомянул статью Майк Холла, это вам не поход, вот, потому что это главный конфликт. Те, кто живут, грубо говоря, скоростью, либо созерцает с позиции скорости то, что вы не кайфуете, не получаете удовольствия. Нет, то есть скорость созерцания, она не зависит от того, чуть-чуть ты проехал или не чуть-чуть. То есть главное, чтобы каждый чувствовал свой комфорт. Главное, наоборот, с умом, то есть ездить. Егор, а вот вопрос. Вот вы говорите там про российские бренды. А есть какие-нибудь из российских, которые сумки, которые герметичны? Ух, есть, частично есть, но частично только. То есть реально частично. И главная проблема, не будем называть бренды, но я изучаю этот вопрос, потому что вот сначала собрал весь список, кто что шьет, с каким опытом, и со многими пообщался. Главная проблема, что пока, да, не решен вопрос с герметичностью, поэтому гермомешочки, вот, так же, как и я, использовал. Поэтому, ну, в этом и вот топ-плюс. Ну, как бы я с вами согласен в том вопросе, что герма – это как бы самое… Ты можешь купить простую сумку, просто если брать цену, он как бы немного тоже общался, да, с людьми, которые отшивают сумки, проще взять обычный плотный материал, пускай там, ну, что-нибудь, да, вот, сшить сумку и туда положить простой какой-нибудь гермомешок, это будет выгоднее, дешевле и универсальнее, самое что интересное. И ты можешь там уже по гермомешкам распаковать сумку, отдельно спальники и прочее, да, плюс компрессию придать, потому чем покупать отдельно сумку, которая будет герметична внутри, и вот, ну, все такое. Все равно, что мы делаем из пакинга еще такой микропакинг внутри, ну, как в рюкзак, как в любой покупке. Не спорю, не спорю. Свои плюсы и минусы, да. Плюс как бы фурнитуры такие, да, там, которая водозащитная, в разы дороже. Да, ну еще тот момент, что в России все-таки это шьется маленькими партиями, и таких нету серийного огромного производства, поэтому создание там изделия, которое не будет пропускать, это очень дорогостоящее, настолько спроса нет. Вот, но в России уже появилось огромное количество ребят, которые шьют очень хорошие и качественные сумки, действительно, которые не уступают там аналогам. Выбор велосипеда важен в зависимости от того, куда ты едешь. Гора, асфальт, как выбираются тропы, да, на него, маршрут. Ну, конечно, если это у нас тропы и трейл, скальник, мы не поедем туда на тоненьких колесах. Вот, к примеру, на там Silk Road, Mountain Race практически все на колесах там 2,4, 2,3. То есть, если это у нас асфальт, то, конечно, мы можем взять узкие колеса, там, циклокроссовые или шоссейные. Выбор велосипеда, ну, конечно, в целом влияет, но если... Конечно, в целом влияет. То есть, если мы шоссе, хочется больше ближе к шоссейной классификации велосипед, либо который будет по своим свойствам, ну, не терять, а позволять там брать от шоссе все
Если мы едем по скальникам, по тропкам, то нам нужен велосипед, который будет с большей площадью опоры, с другими покрышками, которые будут держать и где-то амортизировать. Если мы едем там по зиме и не хотим катить велосипед, то мы берем еще там плюс колеса, либо там фэтбайк. Вот вопрос такой у вас с монитора фотографии. Да, это Рама Стелс. Я хотел уточнить, Стелс это ваши титульные спонсоры или просто так получилось, что хватило финансов именно на стелс, и сколько от этого стелса, кроме рамы, там осталось? Насколько я знаю, стелс, ну, как бы, ну, не так, чтобы очень хороший велосипед. Стелс, так скажем, я не сказал бы, что это титульные спонсоры, но мы с ними сотрудничаем, вот, и... Насчет, что там основного, ну, то есть, что там базового, если говорить про шоссейник, то он, в принципе, вот базовый, который был, и в целом не уступает по качествам там, ну, среднего там зарубежного бренда, вот, по своей навеске. Если говорить про африканский велосипед, который мы использовали в Африке, стелсовский, то там, конечно, то есть, как и любой велосипед, даже который ты возьмешь, но с нуля ты не поедешь. То есть мы его модернизировали, мне нужен был запас прочности там, на 15 тысяч километров, и то есть я знал, что нужно колеса, то-то, то-то, то-то. К примеру, крайние фотографии, которые вот был крайний заезд байкпакинского, там практически, ну, процентов на 70 все стоковое. Но сейчас линейки, конечно, линейка велосипеда растет, и все ведь навеска и комплектующая, она, как правило, у нас либо SRAM, либо Shimano, и то есть тоже как конструктор. Поэтому понятно, если мы берем какой-нибудь городской стелс а-ля Ашан, то как бы непонятно, что там за комплектующая. Если мы берем Shimano, SRAM, и как бы в целом, то есть только рама. Наверное, минус, ну... Да, в принципе, как бы, но который на 27-х колесах с половиной, ну, мне показалось, что он тяжелый, хотя, в принципе, понятно, если сравнить с карбоном. Если шоссейник, он довольно-таки классный, мне понравился, то есть и по весу, и по комплектующим. И по продолжению, да, вопрос такой, я правильно понимаю, что если мы берем именно путешествие какое-то, да, длинную автономку, не, там, не 3-4 дня, да, то это, как правило, наверное, все-таки механические тормоза и рама алюминия, либо карбон и гидравлика вполне себе ремонтно-пригодные и такие же прочные. Тут, наверное, кто на чем привык, либо кто, как бы, ну, если я посоветую то-то, найдется столько же количества людей, которые, ну, скажут, нет, это не так. Практичность... А все зависит тоже от дальности. Ну, к примеру, от дальности и автономности. Если, к примеру, я еду там в Африку, то понятно, что мне нужны обычные вибрейки, мне нужна жесткая там вилка и никаких лишних деталей. То есть простота, надежность и, в принципе, выполняемость. Если мне нужен легкий вес, скорость, то, конечно, я буду стремиться к карбону и к каждому грамму. Вот. И если у меня будет там вот, трейлы, как на Silk Road Mountain Race, то, конечно, там тормоза должны быть, которые будут работать. Ну, гидравлика или механика, это, в принципе, не важно, потому что сейчас и механика есть отличная и не уступает там гидравлике. Нет желания проехать Tour Unite на следующий сезон? Все есть, ребята, и Tour Unite, и Silk Road Mountain Race, я думаю, ну, к этому дойдет. Я вот жду, пока ребята полностью сдадут маршрут, чтобы проехать его весь, на самом деле, вот. Ну, как бы, да, ну, я держу его в сердце, на самом деле, слежу за... Ну, хотелось бы, да, как бы проехать, да, и держу его в сердце, и к ребятам очень уважительно отношусь. И, как бы... Там надо по пути еще, не знаю, велосипед надо менять, нет? Но смотрю вот отчеты, ребята от классического байкпакинга отошли и устроили такой, по-моему, хардкор где-то, но в целом круто. Круто очень, да, молодцы. А лодка как раз должна. Ну что, всем спасибо за вопросы. Вот, еще раз спасибо за лекцию, за внимание. И заканчиваем. Можно перебазироваться в чайную комнату. И у кого время есть, еще попить чаю. В общем...